Добрый вечер. Sapeva che la partita poteva essere difficile proprio per l'atteggiamento di loro che avevano visto, che avevano. Мы знали, что этот матч может сложиться очень сложно именно по тому, как играет команда Терек. Però fino a quando siamo riusciti a rimanere in equilibrio senza lasciarsi trascinare nel voler fare qualche cosa di più, abbiamo fatto anche una buona partita e magari non creando moltissimo, però senza rischiare niente. Но до тех пор, пока нам удавалось сохранять равновесие между атакой и обороной, до тех пор, пока не стали рисковать, немного заигрываться, мы контролировали ход игры, может быть, не создали какого-то большого количества голевых моментов, но играли спокойно и держали ход матча под контролем. Tentativo di fare poi un po' più di forcing in fase offensiva, bisogna continuare a mantenere questo equilibrio, invece loro sono stati bravi poi a trovarci, recuperarci un paio di palloni, a trovarci un po' disuniti, a trovarci corti e ci hanno creato questo contropiede dove poi hanno fatto gol, perché il secondo a quel punto lì non conta quasi più, conta il primo. Затем, когда ты хочешь форсировать ситуацию, когда все-таки стараешься забить, даже при том, что соперник играет в столь закрытой манере, нужно все равно стараться сохранять равновесие сзади. И в один из моментов у нас это не получилось. Терек застал нас врасплох, застал нас немножко неорганизованными сзади. Вот эта контратака, они забили первый гол, потому что второй гол на самом деле уже не имеет значения. Важен был первый гол, который они забили в этой контратаке. Questo bisognerebbe farci attenzione, ma non è facile quando poi vedi che non vinci la partita, tenti sempre di fare qualcosa di più, nel tentativo di fare qualcosa di più togli ancora più spazio e dai ancora più campo agli avversari e in futuro bisogna farci attenzione. Ну, разумеется, нужно быть к этим ситуациям очень внимательным и в будущем в том числе, потому что когда ты атакуешь большими силами, нужно сохранять компактность, нужно стараться поджимать, в том числе и линии обороны, и таким образом ты всегда позволяешь сопернику, оставляешь сопернику достаточно много пространства сзади, чем он и пользуется. Поэтому нам нужно быть впредь очень аккуратными, если мы будем атаковать большими силами, обязательно сохранять равновесие сзади. Андрей. Советский спорт. Вопрос в следующем. Хаук и Вицель не провели полный цикл подготовки к матчу, то есть были 1-2 дня. Уместно было ли их включать в такую непростую игру? Это был риск? Giocatori, al di là che sia da un giorno solo, però sono giocatori che hanno mestiere addosso. Несмотря на то, что эти футболисты тренировались с нами только один день, это футболисты, которые знают свое дело, которые большие профессионалы. Se mi ora mi chiedesse se rifarei allo stesso modo, io dico di sì. Если вы меня спросите, такой же я выбор бы сделал, если бы мне предоставилась другая возможность, я вам скажу, что да. All'inizio no, perché erano arrivati all'ultimo momento. Я бы не стал задействовать с начала игры, с первых минут, потому что они приехали только вчера. La partita sì, perché si possono inserire, perché poi è una squadra che aveva bisogno di cambi dentro la partita, perché sono tutti giocatori che nelle nazionali hanno giocato. Но выпустить по ходу игры, я считаю, было необходимо, потому что команде нужны были замены, и очень много футболистов из тех, кто вышел в стартовом составе, провели целиком игры за свои национальные сборные. È chiaro che non bisogna aspettarsi che vincano le partite da soli, ma che possono dare un buon contributo, questo sì, e li ho usati per questo. Разумеется, не стоит ожидать, что эти ребята будут выигрывать матчи в одиночку, но они могут нести серьезный вклад в командную игру и могут очень сильно помочь. Следующий вопрос, Михаил. Uh,
Александрович, не вспалите. Объясните, расскажите, что случилось с Доминика Кришета и с Дани? Почему, какие они получили травмы, почему они выбыли из строя? Спасибо. Второй кто? Дани и Кришет. Кришито in un allenamento ha sentito tirare un po' dietro un polpaccio e non era possibile farlo giocare. Кришито на одной из тренировок почувствовал боль в икроножной мышце, поэтому сегодня, к сожалению, он не мог принять участие. Nell'ultimo allenamento di ieri uguale, ha sentito facendo un movimento, ha sentito dove non nel ginocchio ma dove ha subito l'intervento l'intorno dove ha subito l'intervento del ginocchio ha sentito un fastidio per cui è meglio non rischiare e tenerlo ancora in precauzione insomma ecco. Что касается Дани, то на вчерашней тренировке он при одном движении почувствовал мышцу полусухожильную мышцу, та, которая была затронута при его операции на коленном суставе, на крестообразной связке, но там нет ничего серьезного, просто из соображений предосторожности решили ситуацию не форсировать. Прошу вас. Несмотря на неудачу, я думаю, мы все увидели потенциальную силу новобранцев «Зенита» и понимаем, что они очень много сделают для команды. Но одно обстоятельство продолжает, может быть, ошибочно, но нас волновать. Такие вопросы уже были. Второй тайм «Зенит» в последних матчах проводил слабее, чем первый. Причем такое ощущение, что и в психологическом плане как-то недостаточно собрано. Как вы оцениваете вот такое предположение, что второй тайм все-таки «Зенит» то ли устают игроки, то ли что-то не то во втором тайме? No, io non ho visto sempre la squadra peggiorare nel secondo tempo. È chiaro che se si guarda il risultato è un ragionamento che va accettato. Разумеется, глядя на сегодняшний результат, ваше мнение стоит принять, но с моей точки зрения команда не сбавляет во вторых таймах. La squadra nel tentativo di fare qualcosa di più, come ho detto prima, perché non riusciva a creare moltissimo davanti, ha tentato di spostarsi ancora 10 di spostare 10 metri ancora di più il baricentro nella loro metà campo. Ну что, команда старалась создать что-то большее впереди. Вы видели, что соперник закрылся, у нас мало чего получалось в атаке, поэтому пришлось рисковать, пришлось атаковать большими силами, еще выше поднимать линию обороны, приходить целиком командой на чужую половину поля. Abbiamo tentato di fare 5 metri di più con i centrocampisti, con i terzini, abbiamo lasciato un po' più di campo aperto a loro. Начали поджимать, в том числе и наши полузащитники, и крайние защитники, разумеется, таким образом оставили много пространства игрокам соперника сзади. E allora poi lì in fase difensiva nel prevenire la perdita di palla devi essere ancora più bravo. И в этой ситуации, когда ты идешь такими большими силами вперед и теряешь немного баланс, нужно гораздо больше внимания уделять такой детали, как быть готовым к потере мяча. Loro sono stati bravi a sfruttare uno di questi momenti qui. И команда Терек здорово действовала в одном из тех моментов, когда мы не были готовы к потере мяча. Хорошо, Сергей. «Зенит» проиграл два матча подряд на Петровском, по-моему, впервые за время вашего пребывания в «Зените». Видите ли вы какие-то закономерности в двух этих поражениях, то есть что-то общее между двумя этими поражениями какие-то? И обеспокоены ли вы таким психологическим фоном накануне старта Лиги Чемпионов или наоборот злее будут? Mm-hmm.
Sì, è vero, una cosa nuova e probabilmente c'è anche qualche analogia nelle due partite. Да, вы правы, что два поражения дома — это для нас новинку, и, возможно, есть аналогия между этими двумя результатами. Dico nell'atteggiamento complessivo di come è scaturito poi il risultato delle due sconfitte, no? Я говорю в общем, да, я не говорю конкретно по каждому матчу, то есть это было два непохожих матча. La mia è una squadra abituata a lottare sempre. Моя команда – это команда, которая привыкла всегда бороться от первой до последней минуты. La mia è una squadra abituata a reagire sempre. И команда, которая привыкла реагировать после неудачи. Per cui non sono preoccupato, anzi sono sicuro che sapranno sfruttare quella che è la partita successiva che abbiamo a pochi giorni di distanza. Поэтому я, у меня нету чувства какой-то опасности, у меня нету чувства волнения, потому что я знаю, абсолютно уверен, что ребята используют следующий матч для того, чтобы продемонстрировать свою реакцию на эти неудачи. Ed è un bene averci subito la partita dopo che può ricapovolgere la situazione. Для нас это очень здорово, что мы сразу же практически играем в следующий матч, в котором можем доказать, что то, что произошло сегодня, мы готовы исправить. La mia è una squadra che l'anno scorso è arrivata a 7-8 punti dalla prima posizione e poi ha vinto con 13 punti il campionato. Потому что моя команда — это та команда, которая в прошлом году отставала от лидера чемпионата на 7-8 очков, затем выиграла турнир с 14-очковым преимуществом. Per cui, per questo non sono preoccupato. È chiaro che bisogna però fare meglio, perché come ha detto giustamente lei, sono due partite che perdiamo in casa, bisogna migliorare. Поэтому я не беспокоюсь. Я уверен в своей команде, но, как справедливо заметили вы, нужно работать, нужно быть внимательнее, потому что действительно последние два матча дома мы проиграли. Прошу, Брис. Сеньор Спалетти, когда сегодня во втором тайме мне дали пенальти на Киржакове, значит, вот журналисты спортивные со стажем вспомнили времена, когда президентом Российского футбольного союза был господин Толстых. Вот сейчас новая реальность наступила. Не заметили ли вы в судействе Малого, в сегодняшнем судействе, нечто такое, вот на ваш свежий взгляд, что бы вас удивило, возможно? У Российского футбольного союза новый президент. Наступила ли новая реальность? Io devo guardare il gioco della squadra, non a un episodio dentro l'area di rigore, anche se non l'ho visto questo episodio, che non l'ho rivisto. Я должен прежде всего обращать внимание и наблюдать за игрой своей команды, а не за каким-то отдельно взятым эпизодом в штрафной, тем более, что я его плохо видел. Io penso che la classe arbitrale sia una classe arbitrale, quella russa, in generale di buon livello. Я думаю, что судейский корпус в России — это в общем и целом очень сильный судейский корпус. Io penso che Rosetti stia facendo anche un buon lavoro, tra l'altro. И я думаю, что Роберто Розетти сейчас проделывает хорошую работу с судьями. Si accetta quello che avete detto nel campo, si fa meglio in futuro e si ribaltano le situazioni, si riparte. Если мы будем принимать результат, который мы получили на поле, у нас будет больше шансов правильно отреагировать и больше шансов исправить ситуацию, в будущем добиваться нового результата и действовать лучше. Еще вопрос, Михаил. Сеньор Спалетти, сегодня дебютировал еще и Ренат Янбаев. Вот оцените, пожалуйста, его игру и уточните, пожалуйста, сможет играть в Лиге чемпионов против Малаги Доменика Кришта? Янбаев fatto una buona partita. Янбаев провел хороший матч. Deve saper scegliere meglio quando poi va di là alla metà campo. Ha fatto una buona partita, un giocatore veloce, un giocatore di buona aggressività, di buon carattere. Может прибавлять в таком компоненте, как выбор правильного момента для подключения в атаку, но игрок очень быстрый, игрок с характером, игрок, который борется.
Кришито difficile che possa giocare in Champions. Что касается Кришито, то сейчас тяжело рассчитывать на то, что он сыграет в Лиге Чемпионов. И Имбаев non è sulla lista perché è stato fatto. Что касается Имбаева, то он не внесен в заявку на Лигу Чемпионов, потому что был приобретен позже, чем истекал срок заявки.